поднимите руку, кто его назначал? А теперь вот у меня вопрос. А кто за то, чтобы отправить его в отставку? Все. Вот видите, все за это голосуют. Сегодня посмотрите, вот в этом правительстве, вот в этом, в нашей Думе, вот сегодня мы послали приглашение, я и Попович послал приглашение, и Антоненко послал приглашение, и Павел Васильевич Ворожбиту послал приглашение, и мэру города Биробиджана. Есть озвученные люди, которым я послал здесь, на площади? Нету. Нету смелости у них. Нету смелости. Вот здесь, в 16-м году, в январе, мэр на заседании городской думы, присутствии всех депутатов, присутствии Павла Васильевича Ворожбита, сказал: я Проходцеву должен 4 200 000, и мы ему отдадим, пускай работает. И ровно через месяц, в феврале, этот человек аннулирует постановление и говорит: а я ничего тебе не должен.